образовала широкий деревянный тоннель с официальными механическими устройствами. С их помощью можно было спуститься на дно провала в больших плетеных корзинах и погулять в глубине таинственной пещеры. Провал стал популярным местом для прогулок, хотя операция нужно было долго по узкой группе в картинке. Свидетель тому поэт Михаил Юрьевич Лев. Он рассказал о нескольких прогулок по магии и вышел. Да. А потом пошли, идем, Тима. Вашему императорскому величеству известно, что кавказские генеральные группы требовали красного рода. Мы рады принести. Ну вот, видишь, где нету.